Одесса, 25 июля 2023 год, вторник, мы с вами на привозе, посмотрим цены, что почем. Узко, 15 гривен, людей много сегодня, персик 50, лубика 140. Короче, не хочет нормально опускаться помидор. Мне интересно, почем будут в августе месяце вот эти помидоры на консервации. Кукурузка неплохая, по 15 гривен есть такая сахарная. Не мраморная. Знаете, мне больше всего нравится мраморная такая. Желтая, желтая с белым. Абрикоса 75. Малина тоже 75. Персик 40. Авокадо гнилое. Капуста цветная гнилая. Малинка 85, дыня 45. Цены неплохие, я же говорю еще раз, помидоры вообще не падают. Мне интересно, упадет ли цена, когда будет помидор на консервацию уже активно идти. Сейчас самый дешевый помидор 50. Люди еще малину гребут на консервацию. Все есть. О, баклажанчик упал, по 40 гривен баклажан. Ничего себе. Я последний раз помню по 100. И перчик упал 45. Хороший такой, желтенький, симпатичный. Куда ты выпьешь? Розовый 50. Кабачок 25. Короче. Цены неплохие. Цены радуют. Кавунчик до 20 можно взять. Вообще по 21 килограмм это считаешь ударом. Тут сразу носки нужно покупать. Так, ну в принципе, курс дела вас вел, что почем у нас. По-моему, все показал. Все, что можно было. Прогуляться.